Всем привет, с вами Алекс Ки. И я хотел обсудить самую последнюю, также актуальную новость. Это выборы 2017 года. Кто победит и кто вообще, как это все будет происходить. Очень интересно за этим понаблюдать. Итак, Путин, его предвыборная программа. Я зашел на его сайт. На его сайте достаточно большое количество информации указано о каких-то там достижениях, что он сделал и так далее, там подобное. Но основной ключевой момент нет, это программа Путина. То есть с какой целью он вообще идет на выборы. Люди, вы немножко задумайтесь, прислушайтесь к моему мнению. Я хочу сказать, что вы будете голосовать за человека, у которого даже программы как таковой нет. Он просто даже вот, ну, это, грубо говоря, человек просто пришел, все равно голосовать не с кого. Ну, Путин уже в власти, он уже хороший президент, он же у нас в Сирии воюет, нас защищает от Сирии, от Турции непонятно вообще, хотя до Турции еще там шагать и шагать. Также он защищает нас на Украине, хотя Украина там сама не может до сих пор разобраться со всеми своими проблемами. Но это основной момент, да, который необходимо. У всех кандидатов есть хоть какая-то предвыборная программа. То есть они представляют, они приходят, например, на какие-то там съезды, приезжают в свои города и показывают свою программу. То есть там сколько-то там шагов к улучшению положение в стране, что-то надо вот поменять, в каком направлении действовать. У данного человека вообще нет никакой цели. Я не знаю, почему стоит за него голосовать, но есть один репортаж, я его постараюсь ставить вот сюда. Эта девушка, она заявляла, что у него есть программа, у каждого кандидата есть программа. Вопрос только, у какого кандидата она есть. То есть, если там перечислить там всех остальных, но у Путина почему-то нет. Почему? Непонятно. И зачем вообще тогда идти голосовать именно за него? Подумайте. Я надеюсь, то, что вы примете правильное решение. Я буду снимать также обзоры предвыборных программ остальных кандидатов, они будут выходить чуть позже. Ну, а если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, также жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем удачи, всем пока.